У художника Поля Гогена была 13-летняя жена. Да, была. В 1892 году он взял в жены юную таитянку Тахаман. Она и стала моделью для многих его картин. Основные мотивы – райская красота экзотического острова. В том числе этот мотив прослеживается и в картине «Когда свадьба». В 2015 году музейное ведомство Катара выплатило за эту работу Гогена рекордную сумму – 300 миллионов долларов. До этого полотно было в частной собственности. Долгие годы оно принадлежало семье Рудольфа Штехлина и находилась в экспозиции Базельского художественного музея. А название полотна написано на таитянском языке.